Расступитесь! Расступитесь! Быстро отошли, а! Это шут мой. Король Вуджа, у меня для вас послание. Слушаю. Это вам передали из соседнего королевства, сказали то, что без этого вы не сможете править. И как я должен на это реагировать? Не знаю, я все передал, давайте, до свидания. Отойдите, отойдите! Я застрял в полу! Привет, друзья, Фикса, и добро пожаловать обратно в Амонкаст! Господа, ваши аплодисменты! Сегодня у нас шоу участвует человек нетрадиционной ориентации, официант, человек из киберпанка, человек Рождество, человек... человек таинственный торговец, человек доктор, человек и Мэри Крисмас, да. Охранник пятерочки и человек говно на голове. А сегодня у нас, между прочим, Амонкаст, но король и шут. И если Ева кикнуть, то вы проиграете эти. Ура! Итак, господа, на нормальном человеческом языке сегодня у нас новая роль в Амонкаст. У нас теперь, кроме предателя и мирного игрока, будет еще и шут. Тот человек, который станет шутом, ни в коем случае не должен говорить то, что он является шутом. Даже если его придется вынудить. А если его кикнут, то все это все проиграют и игра закончится. Поэтому шута ни в коем случае кикать нельзя, и никто не знает, кто шут. Поэтому это будет очень сложно, очень интересно. Представьте, если предатель кого-то убьет, кто-то это заметит, а другие не заметят. Он такой будет говорить: ты предатель, он такой: ладно, ребят, я не должен был этого говорить, но я шут. И все-таки поверит, а он оказывается. Не шут, а его не кикнули, а он предатель и всех убил. А, капец, все, начинаем, поехали, приятного просмотра. Ну что, господа, я мирный игрок, первая игра, поехали. Надеюсь, то, что вы уже поставили лайк, а также подписались на канал, ведь каждый новый Амонкаст у нас новые роли. В следующий раз будет также новая роль и очень интересная, поверьте мне. Поэтому, если вы здесь впервые, то обязательно подписывайтесь на канал. И давайте как всегда наберем 100 тысяч лайков, это будет круто. Вы, кстати, заметили, даже Кот Сапрок в самом начале разговаривал, я просто в шоке, я офигел. Если вы не заметили, то пересмотрите начало, это реально круто. Так, у нас уже выключили свет, нужно быстрее бежать. А, все, свет восстановили. Хорошо, где задания есть какие-нибудь? Ну, пожалуйста, хоть одно! Я уже столько времени хожу, заданий вообще никаких нету. А, что за фигня? А, то самое скучное, ненавистное задание. Ух, мы его выполнили. Конечно, будет немножко проблемно, если под руку предателя попадется шут. Опачки, кого-то убили. Так, ребят, я нашел труп прямо сейчас в электричестве. Знаете, у меня еще, ну, организация просто... предатель может убить шута? Конечно, шута может. Будет. А что будет? Где? Что будет? Мы не будем знать, был ли это шут. И будем все равно страшно. Будет страшно кикать все равно. То есть, смотрите, восстановили свет. Я стал выполнять задание рядом, получается, в хранилище, да? Это же хранилище, да. Вот, захожу в электричество, а там труп. Но это вряд ли Бупус, и не я точно. Еще да, не видел, я, кстати, видел, около секьюрити. Я на камеру видел, я с Бупусом вируса, ходил. Да. Я с Бупусом ходил. Да, я видел вас по камерам. Говорю. Изначально я был с Фуджа. Так, а в электричестве был вообще кто-нибудь? Не знаю, кто-то там починил свет. Получается, что предатель выключил свет, подождал, пока человек придет, скорее всего, починил его. Затем он прошел дальше выполнять задание, и его предатель убил и ушел через канализацию. Добей, ты был в электричестве? Я был на камере. Кажется, только. Был. Кажется, я смотрел по камере. Ну, может, я смотрел, я помню, ты заходил в электричество. Вроде как, ну, ты был один. Камеры из тех, работали? Кто чинил. На электричестве нету камер, это вирус. Это вирус. Кикайте. Он говорит то, что он через камеры видел, как он заходил в. Это Добит говорил. А, это Добит говорил. Так, ну хорошо, у нас уже минус один предатель, это 100%, потому что камер действительно нету. А я могу провериться, кстати? Слушайте, а кто-то из них уже проверился, и об этом никто ничего не сказал. И смотрите, постоянно используют саботаж, это наверняка кто-то прошаренный. Но шута пока что не кикнули, и либо шута могли уже убить, может быть, как раз таки пошел в электричество, его там убили. А об этом никто не знает, но задание до сих пор никто-то не выполнил. А, нужно восстановить быстрее. Как это восстанавливается? А как? Как это? А, вот, сейчас восстановимся. Так. Все, я включился. Ух, восстановили, слава богу. А кто мне здесь помогал, интересно? Может быть, мы уже поймем, кто из них мирный? Вот. Ботя! Что? Серьезно? Он, получается, отключил кислород и пошел специально убил меня. Гениально! Он только что свет выключил. Офигеть, он умно играет! Этот молодой человек реально умен. Он сейчас пойдет в электричество, убьет кого-нибудь, и все, мы выиграли. Если правда. А, да! Он просто как-то, он как танк идет и убивает. Свидание, Бодя. Короче, Алекс Бэй, объясняй ситуацию. Смотри, я захожу с Няшкой в электричество, мы починили с ним, ну, электро, логично. Бодя, в смысле, приходит. Так я чинил электричество. Алло. Нет, нифига, да. Нифига. Да. Чувак, ты видел, как я починил этот оксиген, когда вот был саботаж вот тут на О2? Ты мне сам показал, я его пришел, починил. Ну, я ждал, пока там будет камеры, второй чувак. Хотя. Я пошел электричество. Подожди, и хотя ты видел то, что я мог его спокойно не чинить, со мной рядом никого не было. Поэтому мне не было смысла, типа, запрещать.
предатели. Тебя нету не чинить. Да, конечно. Да, конечно. Короче, Алекс Бэй, пожалуйста, проголосуй за Боди и все, и мы закончим эту игру. Алекс Бэй, все зависит от тебя. Неверное решение, и кто-то может проиграть. Минус Бодя. Вин-вин. Победа! Вин, да, добей ты Бодя! Ну это, в принципе, было просто. Что там был йод вообще? Меня первый раз обдали, кстати. Убили вообще. Его первым убили. Итак, господа, второй раунд. Сейчас у нас Аманкас, но король и шут, и если Ева... Малее. Ну, в общем-то, поехали. Я шут! Я шут! О, да! Вот сейчас будет интересненько достаточно. Хо-хо-хо-хо-хо! Все, погнали. А давайте мы с вами в Mad Base Rush пойдем и проверимся. А, нет, уже няшка проверяется. Опа, опа, он не проверился, он не проверился, он не проверился. Он, точнее, там стоял, и от него частиц не исходило. Так, смотрите, мы знаем то, что Киберпанк няшка, он все-таки не предатель. Так, а мы идем. Тем, выполним задание. Понял. Так, стоп, сейчас проверим, Добит выполнит задание или все-таки нет. Что-то долго он там выполняет его. Хотя, если бы он был предателем, давно бы уже бы эта анимация сбилась. А, ну вроде бы загрузилась, да? Или нет? Ну вроде бы, кажись, да. А как здесь много игроков-то вообще бегают? А что это они здесь бегают? А, сейчас в толпе могут кого-то убить, поэтому нужно держаться от них подальше. Давайте лучше мы камеры посмотрим. Да, определенно нужно камеры посмотреть. Здесь можно прикрывать свою задницу, потому что если предатель подойдет ко мне, то я это сразу же увижу. Хотя убежать я никуда не смогу. Опачки, Акаки. Куда это он там нацелился? Идет так уверенно. Ну, вроде бы все чисто, вроде бы все четко. Где нашли? Где? Около админ панели. Я на камерах был все это время. Подождите, админ панель. На камерах ты не все время был. Я был на камерах. Тебя не было на камерах ни разу! Нет, тебя не было! Я смотрел по камерам, как ты шел! Он был. Не был на камерах! Я шел, смотрю, он выходит из камеры в сторону реактора, после него ты заходишь фиксать. Так что нет, он был на камерах. Я был на камерах. Ну я. А, пожалуйста, когда я зашел на реактор, ты был на камерах? Ну я не знаю, а, ну после реактора, когда все вышли с реактора, я пошел на камеры. А, ну вот тогда. Все, тогда нормально, хорошо. Я видел, как ты в сторону мидбэя шел. А админ панель где находится? Админ панель это около сториджа. Я видел, как йод выходил из коммуникации. Потом он пошел в сторону старейджа. Дальше я его потерял, я зашел в коммуникацию. А, в коммуникации я задание сделал. Ну там, вот, пошел вот. Дальше в сторону. Я просто проверил. Мне кажется, это саморепорт все-таки. Пел, ну, а убивает аккуратно. Возможно, это, ну, там, может быть, фиксай, код сопрок. Да. А убиваем, ну, через камеру убиваем всех. Камер. Ну, нет, ты же убивал через камеру. Или даже. Но мне кажется, через камеру я никогда не убивал. Нет, на камеру ты когда был, ты убивал, но нашли. Чтобы Боди убивает неаккуратно, добить тем более. Не, через камеру не забить, если что. Так, странно, ничего не понятно. А задание-то практически уже выполнили, между прочим. Так, няшка что-то идет очень странно как-то. Давайте мы с вами в реактор... Нет, сюда лучше не надо идти, здесь ничего в принципе нету. Я все-таки хочу посмотреть по камерам, что здесь вообще происходит. Я хоть раз хочу заметить какое-нибудь убийство на камерах. Здесь ничего, здесь тоже, и тут... Опа! Опа! Это... Смотрите, он прошел мимо йода. Что? Меня кикнуло! Чё это он? Не понял, нет. Уйди, а ну уйди. Где нашли? Прям в проходе каком-то. От щитов, к, ну, вот от щитов, если вверх идти. Алекс Бэй, можете тебе вопрос? Точно... Что, давай. Не-не-не, это почему? Не Алекс Бэй, это не Алекс Бэй. Это точно нет. Не... Подожди, давай я сначала скажу. Это точно не ты. Подожди, что, кто мне спрашивает? Да, это точно не добит, не кот и не няшка. Типа, они все... Я сканил, да, я по крайней мере сканил. Я не выполнил задание, потому что я хотел посмотреть, ну, кота ли оно... Боже, как же сложно разговаривать. Вы поняли, что понимаю. Не, я могу, короче, сразу сказать то, что это точно не няшка и не йод, потому что я, когда мимо них проходил, у них была идеальная возможность, чтобы меня убить, и в итоге не убивали. А, значит, про меня ты ничего не хочешь сказать, да, когда ты ко мне на камеру шел, следил за мной? Там сразу репорт был, так что ты бы не успел бы. Хотя, может... Это либо Вужа, либо Акаки. Я рядом с Алекс Бэем был, алё. Короче, я не знаю, Акаки постоянно трется, ничего не выполняет, постоянно охотится за мной возле камеры. Я за Акаки проголосую, мне кажется, это Акаки. Подожди, опять Акаки? Я зарепортил. Нет, я не репортил, я был около камеры. Кота сопрога, чуваки. Я так узнал. Ну, не, кот точно, типа, нормальный, потому что он... Я, ну, фиксай я жестко подозреваю. Так. Да, это скорее всего фиксай. Это скорее всего фиксай! Не понял, что за бред? Они сразу назад пошли. Ну, давай, я тебя сейчас убью. Давай, я сейчас сделаю вид, что я тебя убиваю. Куда ты побежал? Сейчас я специально сделаю так, чтобы они попытались меня кикнуть. Давай, а что ты в люк не прячешься? Няшка, куда ты побежал?
Где так быстро? Это не Фиксай, это не Фиксай, он за мной все время бегал. А кого убили? Кто еще есть? Убили Йодом. А, Йодом. И Акаки. А, Акаки мы выкинули. Акаки мы выкинули. Со мной был Вужа, это Вужа, это Вужа, это Вужа. Меня не было с тобой рядом, алло. Короче, народ, вы сейчас проиграете, если кикнете меня и совершите очень большую ошибку. Знаете почему? Почему? Давай. Я шут. Ну, знаешь. Подождите, в смысле, кот сказал то, что он шут. Я шут настоящий. Мне почему-то кажется, что ты предатель. Ребят, если что, ладно, нельзя говорить, но это я настоящий шут. Я настоящий шут. Если вы меня кикнете, вы проиграете. Короче, я настоящий шут, Фиксай предатель. Да нет, я на камерах всегда был, алло. Я говорю, я шут, вы меня сейчас кикнете, вы проиграете. Он сейчас за мной бегает, я не понимаю, за кого голосовать. Кикаем Фиксая. Да нет, я говорю, вы проиграете, я шут настоящий. Вот я вам подсказку даю. Не он. Он предатель, он специально это сказал! Нет, если вы сейчас хитните меня, я говорю, я шут. Круто. А, что? Победа! Я говорил вам! Я говорил вам! Я говорил, я шут! А он фейковал! А зачем вы начали фейковать то, что вы шуты? Вы же не шуты! А Каки, ты кого-нибудь убил вообще? Да вообще, мне нормально никто не попадался. Все время ходили с компашкой какой-то. А Каки просто ходил со мной постоянно. Ходил и ходил, ходил и ходил. Нет, я за тобой не ходил. Просто так попадалось то, что ты вот все время был там, где я был. Вы смотрите, вы как братья только что были. Король и шут, а как и шут, а Вуджа король, так вы вместе шут, были предателями. Шут, все, не, это шут, понятно, не, я шут, да, но вы были как эти, как король и шут, в принципе. Анекдот расскажи хотя бы. Анекдот, смотри, шел как-то медведь по лесу, а ты дверь передо мной закрыл, я больше не буду тебе ничего рассказывать. Вот, все, давай все. Рассказывай. А, нет, здесь. Не буду, все, я обиделся. А, понятно. Там вообще кто-то сквозь землю прошел, опять. А сейчас у нас Амонкаст, но король и шут, поехали, раунд номер 3. Опа. Йод импостер и Фикса импостер, мы с ним предатели, и среди нас есть один шутейка. А кто из них шутейка, я не знаю. Так, может быть сразу в канализацию уйти? Да, это было бы забавно. Так, он пошел выполнять задание, смотрим внимательно, выполнит он его или нет. И кажись то, что он его выполняет. Вентиляцию, пожалуйста. Что? Я минус 2 сразу сделал? Как? Я только что сделал минус 2. Офигеть. Там камера была включена. Там была включена камера только что, я это видел. Кто-то за мной наблюдал. Тихо, тихо, тихо. Ждем, 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 ждем. Как там сделалось минус 2 кило сразу же? И трупы до сих пор никто не нашел. Надо саботаж использовать. Опачки. Йод, привет. Здорово, предатель. Такс, а мы идем включать свет. А мы идем включать свет. Я хочу здесь кого-нибудь убить. Очень быстро. Очень быстро хочу кого-нибудь убить. У меня килл КД. У меня килл КД, я не могу его убить. Я не могу его убить. Черт, 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 что делать? Тихо, все. Ушли? Да! Я его убил и ушел! Прямо на камеру. 4 кило, чё? Что? Боже, что? Это Йод, он хотел меня убить, так ко мне подходил, блин. Я просто, смотри, я просто шифтировался рядом с собой. Так, смотрите, я был в электричестве, со мной был, по-моему, Алекс Бейта. Мы восстановили свет, потом я ушел. Вижу, Йод проходит мимо электричества. А я шел в сторону кафетерия, а Йод, получается, в обратную сторону хранилища шел. Вы понимаете, 2 кило, я тоже был, если что, в электричестве. А как, и тебя не было в электричестве? Нет, я потом пришел в электричество. Тебя не было там? Нет, когда я восстановил его. Ты не восстанавливал, алло! Там был последний рычаг, я его дернул. Ты ничего не восстанавливал, тебя я даже не было там. Мы находились там с Алекс Бэем. Ребят, мне кажется, это Акаки. Мне кажется, это Фиксай. Подожди, Алекс Бэй. Почему я? Алекс Бэй же мертв. Я тебе только что говорю то, что мы с... Да, так я восстановил, и мы ушли. В разные стороны, вижу ли, Йод проходит туда. Но Акаки там не было вообще. Я был там. Он не восстанавливался, он говорил, что он восстановил свет. Но Акаки шел сзади тебя, я это видел. Если сейчас говорит, что это правда, может, он подставляется. Если вы вдвоем утверждаете... Бодя, ты как мог видеть, если тебя там не было вообще даже? Я был, я выкидывал мусор вообще, ты меня просто не заметил. Фиксай гонит просто на всех, бессмысленно. Это Йод, я считаю, это Йод. А, то есть это у нас вот так работает, да? Окей, хорошо. Да блин, Фиксай бы меня убил тогда, если бы он был предателем. Причем очень быстрое убийство, очень быстрое убийство, это, в принципе, свойственно для Фиксая, кстати. Это Йод. В принципе, здесь было бессмысленно говорить. Няшка вообще ничего не понимает, почему-то няшки верят, это вообще какой-то бред. Я говорю верный факт о том, что Акаки там не было, потому что он говорит, что он восстанавливал, хотя его там не было. И мне почему-то не верят. Говорить то, что я, например, был шутом, это бессмысленно, это вообще бессмысленно. Так, Йод у нас последний оставшийся предатель. Ты кого там ждешь? Там никого нету. А, смотрите. Он использовал как раз таки саботаж, чтобы потянуть немножко времени. Так, он видит то, что там в кафетерии бежит Бодя. Буджа и бежит. Так, они это все прекрасно видят. Давай, хорошо, хорошо, он убил его, он убил. Вентиляцию, нет, вентиляция, да. Уходи в вентиляцию. Нет! Зря ты это сделал. Там Акаки не видел. Я такой выхожу назад сюда к столу, через вот тут валяется прям труп, вот прям вот.
Там где двери закрывают. Бодя вроде просто стоял посередине, Бодя никого не трогал. Я Бодя, хотел это, Бодя стоял, да, посередине, он мог меня убить спокойно, он меня не убивал. Йо тоже мог убить спокойно. Мистер Няшка вот единственный... Я не думал, что Токарки он шлялся от меня. Я типа, он меня сразу нет видит, смысла гнать, поскольку я сканился, Вуджи это видел, Вуджи убили, кстати. Поэтому, то есть Вуджи не предатель, значит Вуджи был прав. Я думаю, это Йо. Так Вуджи мертв. Поскольку Акаки сейчас больше всего сейчас кстати, гнал... Кстати, когда я был в реакторе, Акаки как будто хотел закрыть двери. Я не гнал на тебя, я сказал только то, что я тебя не видел, и все. Я стоял, я тебя видел, где ты, ну, рядом с Боди. Не было. Потом ты куда-то ушел. А сейчас ты где был, Акаки? Я был, получается, в реакторе сначала, а потом пошел оксиген восстанавливал, а потом... Я зашел со стороны. Если это не ты, мы просто сейчас киксим Йода. Смотри, если это не ты, мы кикаем Йода. Окей, окей, без проблем. Смысл? А, поражай! Серьезно? Подожди, так я гнал на Акаки, и так получается, что бы если его тогда даже кикнули, мы бы все равно проиграли, он шут. Сидел, молчал! Сидел, молчал! Мог специально сказать то, что да, кикайте меня! Я специально в электричестве, когда был, я пытался максимально палевно говорить, чтобы вы меня кикнули, и у вас... Няшка, прости меня, но ты вообще ничего не понимаешь! Вообще ничего не понимаешь! Я тебе говорю точный факт о том, что Акаки там не было, а он говорит, что он там был. Ты мне не веришь и пытаешься кикнуть меня, говоря то, что я предатель, хотя ты меня вообще ни разу не видел. Стоит верить, Фиксай, иногда стоит верить. И по факту, ты мог нагнать в итоге на Акаки, и мы бы все равно проиграли, потому что он в шут, оказывается. Поэтому это бессмысленно было в любых случаях. А сейчас у нас Аманкаст, но король и шут. И если Ева... ладно, начинаем, в общем-то. О, да, снова мне выпал шут. За шута, на самом деле, достаточно очень интересно играть, ведь всегда у тебя есть, можно сказать, сейфпоинт на то, что тебя никогда не кикнут, но предатель все равно может убить. А мы с вами сразу же так же пойдем и посмотрим, кто проверится. Так, Вуджи сразу же проверился, хорошо. Няшка выполнил задание. Уходим, до свидания. Меня, пожалуйста, не трогать. А как я выполнил задание? Давайте проверим, выполнит он его или нет. Да, выполнил он достаточно быстро, хорошо. А так странно посмотрел на меня. Ужасное задание, ведь за это время меня могут спокойно убить, пока я сломаю абсолютно все вот эти вот блоки. Пожалуйста, хоть бы меня никто не убил, хоть бы никто. Я единственная надежда на победу, я могу вообще спасти даже мирных жителей. Так, все, мы выполнили. Посмотрим вот этого вот паренька. Кто здесь интересно выполняет? Тихонечко, вот так вот наблюдаем за ним, наблюдаем. Вуджа, значит. Не выполнилось. Хорошо, давайте узнаем. Давайте узнаем. Странно, почему не выполнил задание? Вуджа. Просто. Бодя, тебе нормально? Ну ладно, неважно. Вуджа, значит, а ты что, задание выполнял? Да. Какое задание выполнил? В О2 я выполнил, получается, сброс мусора и уничтожение листьев. Плюс еще сделал закачку данных в оружейке. И плюс, в самом начале ты видел, я выполнил сканирование. Подожди, а вот ты вон там выполнял задание, вон там? Да, в О2 я выполнил закачку данных. А почему не выполнилось, не заполнилось таблица сверху? В О2 есть закачка. Ну так вот сейчас был, прикиньте, ладно. В О2 есть закачка, вот. Ух, реально, если проходишь и налево поворачиваешь, там будет сверху закачка. Там Йота, Йота. В любом случае. В случае ты видел, как я сканился. Ну ладно. К чему ты таблицы претензии? Там это, ребят, там как бы, ну ладно, продолжаем, да. Няшки нету. Там Йод ходит, или мне кажется. Да не, неважно, и продолжаем. А, да. А кого-то убили вообще? Няшку убили. Слово скажу, друзья, я предатель, можете меня кикнуть спокойно, прям. Понял. Я признаю. Понятно, его не кикаем. Он шут, походу. Не, ребят, я серьезно говорю, я предатель, кикайте меня. Я предатель, ребят, предатель я. Кикайте. Опять скипа кикнули, прекрасно. Слушайте, я придумал, ведь я же могу быть предателем и также говорит то, что, ребят, я предатель, кикайте меня. Но в следующий раз наверняка они мне не поверят, так что мне бы лучше надо было быть предателем как раз. Давайте еще раз мы убедимся в том, то, что Вуджа все-таки не является предателем. Выполнит он задание или нет? Как задание быстро выполняется, летят. И что ты стоял-то? Я проверял, ладно, все, ты не предатель. А вот я предатель, я только что убил человека. Нижний двигатель. Да, я там был, убил только что человека. Блин, а может быть это... Подождите, может быть это реально просто гениальный психологический ход? Это добейт, потому что передо мной, когда я шел из реактора, передо мной шел добейт, он повернул в этот нижний двигатель, такой свернул за угол, посмотрел, пошел обратно. Точнее, я пошел дальше в электрику, так что... Да, это был я убил его. Я являюсь предателем, не слушайте никого, я последний предатель. Со мной еще был Йод, но Йода убили. Кикнули, точнее, Йода кикнули, да. Более бредовой фигни я не слышу, честно говоря. Я последний предатель, кикайте меня. Если ты предатель, то почему ты меня не грохнул? Как я проверял, я хотел убедиться, что ты не предатель. Он притворяется тем, что он...
предатель? Типа тем, что сам. Блин, прикинь, если на самом деле он реально предатель. Но я в любом случае голосую за Добейта. Ребят, это не Добейт, это я, это я. Я серьезно говорю. Может быть, ты проголосуешь? Да, да, конечно. Блин, жалко, Добейта кикнули, но это я был. Я же говорю, вы сейчас проиграете за то, что меня не кикнете. Все, а кого сейчас убить? Я убью сейчас Акакия 100%. Понятное дело, они уже поняли, что я рофлю. Но если бы я реально был предателем, это было бы забавно. А что вы наблюдаете за мной? А я влюк, все. Блин, настоящий предатель может сейчас меня спокойно убить. И все, не будет спасения у них. Не будет. Что? Я так и думал, меня убили! Короче, это вирус, он при мне убил Фиксая сейчас. Он убил около подождите, как это, навигация. Я как бы пошел дальше. Как вообще предателя убили, я не пойму. Нет, подожди, какой ты пошел дальше? Ты вот. Как раз таки Фиксай шел, я был во два. Ты был с ними, что можешь сказать? Я был в таске. А, Эл, в таске? Он упал на таске. Типа, короче, это вирус. Ладно, давайте вирус. Как я говорю, очень неверно, правда, если, типа, ну, значит, это... Вирус минус вирус, а это был я был предателем, вы не верили, да. Поэтому мы выиграли, да! Мистер Няшка, слушайте, я давно его не видел, у меня такое ощущение, как будто он никогда не бывает, вообще никакой роли, ни импостером, ни шутом, ни то... То, что с ними происходит такое сегодня, я вообще не понимаю. Так, все, мы с вами импостер. Это значит то, что мы должны выявить, кто из них является шутом. И спокойно его убить. Так, Бодя проверился, значит он... А, ну я ж предатель, да, зачем мне это вообще понимать? Куда вчетвером? Да мы просто посмотрели и все, дружище, ну ты чего вообще? До свидания. Уходим через вентиляцию. А! Там добил. Где? Да, где? Алекс Бэй, тебе нормально стоять и смотреть на труп? А, окей. Да. А где наш ее? Мне интересно, что реально тебе камеры тебя там нет. А, слушай, так не, я выходил из камеры, сразу же получилось голосование. Когда выходишь из камеры, ты пропадаешь. Я перед раундом тебе сказал, что я специально не пойду сканиться в этом раунде, кем бы я ни был. Да, он так говорил, он так говорил. Но это 100% не бупус, 100% инфа. Что? Я просто вспомнил, что я убил, потому что как его убили, мне стало смешно. Спасибо большое, Фиксай. Я тебя на том цвете даже достану. Я что-то так смешно стал, когда я понял, что Акаки убили. Я хотел сказать то, что Акаки тоже не предатель, но потом смотрю... Нет, я был шутом на самом деле. Что, у меня кикаете, нет? Да, кикаем. Фиксай, может быть, ты проголосуешь? Я не могу, я стер чат. На себя голосуй. Это Алекс Бэйта. Почему Алекс Бэй? Я не знаю, мне так смешно стало. Бедная Акаки, прости, пожалуйста, но ты единственный, кто рядом со мной был, а мне нужно было срочно сделать килл. Так, вот мы выполним с вами задание. Оно не выполняется, а почему оно не выполняется? Так, нам нужно с вами, знаете, что сделать? Саботаж команда. Что? А что я сейчас сделал? Я таски уничтожил? Или мне показалось? Тихо. Уходим. Нас здесь не было. Мы не знаем, где мы находимся. Мы с вами находимся вообще здесь. Идем с вами на камеры. А там труп лежит. В уже идет. Хорошо. Зачем? Алло. Зачем? Бодя, у меня что? К тебе вопрос. Бодя сканился, добейт. Да, Бодя сканился. Тогда Бодя, зачем ты за мной бежал, как импостер? Бодя просканился, это видели все даже. Я даже забыл про это. Окей, все, Бодя, окей, все, подозрение. Нет, нормально. Причем шел очень долго. Нет, кстати, добейт, красава, спасибо тебе за то, что нажал кнопку, потому что сейчас будет КД у предателя, поэтому как бы да. А мы потеряли кого-нибудь вообще? А, да, смотрите, посередине чел был какой-то. Акакий? Спасибо! Я даже хороший слов, да, даже умер. Спасибо. А, стоп, а кот жив? Кот жив. Кипа не кикнули. Кот, ты предатель, признавайся. Не, ну ладно. А что-то у меня на чате вылетает. А что ты на чате вылетает? Вы видите посередине экрана, что вылетает? Что надо? Что надо, да, кому что надо? Идем с вами в другую сторону, может кто-нибудь на камерах там смотрит? Так, проверяем. Нет, на камерах никого нету. А мы с вами поверим, где у нас есть тут жертва какая-нибудь. Так, стоп, меня здесь никто не видел. Хочу уйти в люк. Опа, до свидания. Ой, их тут очень много. Пока. И никто меня не видел. Меня никто не видел, то, что я здесь был. Я на камерах все это время. Во-во-во, все, я смотрю на камеры. Кто сейчас был в...
Короче, кто проходил мимо электричества сейчас? Я, смотрите, я Бодю видел. А, стоп, Бодя вообще мирный игрок. Ну, короче, мы находились, я на камерах находился, а он вперед шел. К камерам есть доступ через люк, через электричество. В электричестве был кот. Либо кот, либо фиксай, потому что остальным людям я, в принципе, более-менее доверяю. Кто починил сейчас саботаж? Я и кот. Ага. И я еще чиню. Алло. Ты пришел. А, подожди, я не ошибаюсь. Я первый, я не ошибаюсь. А, вирус? У меня вопрос, вирус, где вирус? Вирус выполнил задание, у него этот, выполнилось, он не предатель. Ага, Вуч, а что насчет тебя? Что насчет меня? Я выполнил задание. Выполнил задание, и все, да? Да. Просто выполнил задание. Ну, типа, я могу ручаться. А что-нибудь подозрительное ты видел? Что-нибудь подозрительное ты видел, Вуча? Я видел труп электричества. А почему ты не зарепортил его? Я зарепортил, алло, фиксай. А, я знаю, зачем ты это сделал, ты мог не репортить. Я могу только на Бодю ориентироваться. Что? Потому что Бодя... Ну ты же предатель, Вуча. С чего это я предатель? Ребят, я сразу говорю, я шут. Что? Ну ладно. Мне кажется, это... Потому что сейчас Вужа сделает вид, что как будто я предатель, вы меня кикнете и проиграете, я шут. А кого? Ну спасибо. Таня, можно ладно? Понимаю. Вы его лучше реально выкинули. Ребят, вы теперь поняли, как работает этот иммункаст? Нужно нести полный бред. Никаких настоящих доказательств. И все будет всегда работать. Вот так только здесь и можно выживать. Стоп, надо саботаж сделать реактора. Вот мы с вами такие идем. Нужно кого-нибудь убить по-быстрому. Няшка. Восстановили, очень быстро восстановили. Блин. Так, здесь только... А, здесь только кот. Опа, достань. Все, победа! Няшка, хорош, убил! Убил последний раз! Погоди, стой. Как ты, что? А что? Я реально шутом был! Я был шутом и убийцей! А я шутил, что я шут, чтобы не спалиться! Я теперь понял, как работает эта игра! Нужно нести просто бред! Вот я нес бред, и все поверили, и лучше кикнули! Фиксай, за что? За что? Видел там сейчас надпись перед экраном? Забаньте. Кого забаньте? А, забаньте? Да без проблем, сейчас забаним. Так, ага, вот, все отлично. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился данный ролик. Друзья, все, Амонкаса больше не будет, реально, Йода забанили. Если вы хотите, чтобы Йода разбанили, то мы должны набрать срочно 100 тысяч лайков, и тогда Амонкас 100% будет. 100 тысяч лайков. Да, походу набрали 100 тысяч, очень быстро. Ставьте лайки. А, да, кстати, еще кот сказал то, что если будет 5 миллионов подписчиков, то кот покажет свое лицо. Это вот такая вам тайна. А потом сделает еще и роутур, и покажет кот от сейфа. И кот от сейфа, да, и скажет, где живет. А для вас остался Бодя, Акаки, Алекс Бэй, Вирус, Добейт, Фикса... Эту стя... Кот Сапрок, Мистер Няшка, Вуджа, Йод неплохой. Сегодня реально был неплохой. Всем спасибо за просмотр и всем пока, увидимся в следующем Амонкасе, пока! Пока, друзья! Пока!